Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Вы на канале Китаец отличился, меня зовут Руслан, и мы начинаем. Сегодня на распаковку попал вот такой китайский мусорный мешок. Вот в таком виде я его распаковал маленько, но там не суть. Имеем у нас вес 372 грамма, оценено 7 баксов и написано у нас Sale of Goods. Интересно, не подарки в этот раз. Вот такой мусорный мешок, я его, честно говоря, оставлю, буду в него складывать мусор, потому что, ну, в натуре тут вот под целую мусорную корзину оно подойдет. В нем мы имеем два конверта, свертка, две посылки. Здесь у нас ничего больше нету, извиняются шуршание, выбрасываем, больше не шуршим. Так, начнем с более маленькой. Из названия вы уже догадались, что это такое. Я подготовился, но, возможно, я ошибаюсь, поэтому я не уверен. Чуть-чуть у нас, видим, переклеенная наклейка там. Почему-то вес 200 грамм. Напомню, там меньше 400 грамм было. Здесь у нас 2 по 200. То есть, ну, что-то не сходимся маленько, но не страшно. Никаких опознавателей, что это такое может быть, ничего нету. И оно там болтается. Когда оно там болтается, это не очень хорошо, честно говоря. Вот так, замятые углы. Ну, как обычно, в принципе, Почта России. Они, наверное, пинают там посылки или что. Ну, честно говоря, я видел сам лично, как разгружают посылки. Приезжает такой дядя на газели. У него такой, вот такой же мусорный мешок, только больше. Он так берет его с газели, пытыч на землю, и понес. И вот каждый мешок они вот так. Не взял нож канцелярский. Опять на работе, опять мне тут не дают работать. Приходится заниматься ремонтами даже на работе. Ну, я думаю, так распаковали. Здесь ничего нету. Они... Вот так вот они, короче, Почта России делают с нашими посылками. Берем кинжал. Вот такой вот жадный, сука, продавец. Прям жадный. Вот так вот мало он положил пупырки. Чтобы вы понимали, здесь, то есть от руки до руки, ну, сантимов 40. И она такая, знаете, совсем тонкая. Бывает пупырка прям такая толстая, плотная. Хрен лопнешь. А тут тоненькая совсем. И у нас тут тачскрин. На планшет. Сейчас я найду крышку, затяну. Вот он. Олстерс. И моделька у нас вот такая. Т-84. Кстати говоря, насколько я помню, Олстерс переводится как устрицы. Ну, название у планшета, честно говоря, не очень. Вот у нас планшетик. Он новый абсолютно, его купили. И, не доехав до дома, расшибли, короче. Он новый. Уронили. Дисплейчик у него. Вот он, я красивый. Всем привет. Извиняюсь за фокус. Дисплейчик у меня чистенький, оттер. Вот про то, что я говорил в прошлом видео. Кто прошлое видео не видел, вот здесь всплывет. Не пользуйтесь разбитым дисплеем, пожалуйста, разбитым тачем. Очень сильно царапает. И вот так у нас упал на уголок и треснул тач. Я уже все расклеил. У второго планшета тоже расклеено все. И у нас давайте посмотрим. Там есть разные ревизии. Отличаются они окошком камеры. У них вывес в разных местах. Так, и вот датчик приближенности, приближение, отдаление, вот этот. Видим, тут у нас какой-то типа сиреневый, а тут у нас голубой. И это не наклейка, это такое стеклышко. Клеить сегодня я не буду показывать, кто не видел, повторяюсь, видео, посмотрите прошлое. Там все было. Так, фокус вернись. Давайте мы его вставим. Начнем запускать планшет и продолжим второй распаковывать. Так, вот здесь у нас
надо отогнуть камеру вспышку и под нее просунуть шлейф тачскрина и подключить его. Извиняюсь. Господи, залазь. Фокус. Где ты? Так, ладно. И запустим. Пускай пока стартует, мы второй раз покоем. Ну и... А, господи, тут кнопки же. Шлейфик вываливается. Есть, запустился. Вторую. Вторая уже более получше. Также переклеена наклейка у нас. Никаких опознавателей нету. Уже запакована такой серый мусорный пакет китайский. Также пусто. Убираем. И... крест, блядь. Также углы замяты, вся помятая. Ну, я думаю, их вместе пинали, наверное, просто поэтому. И шов у нас, между прочим, заклеенный. Ну и вот такой скос у нас вообще, как будто наступили на него. Опа. О, тут вообще, смотрите. Она не квадратная, она стала круглая в этом месте. Это, честно говоря, жопа. Не дай бог, он там разбитый. Это будет фиаско. А нет, смотрите. Тут китаец молодец. Так, тут все пусто, убираем. Китаец тут молодец. Видимо, он себе ламинат недавно ложил дома. У него осталась подложка. И он решил в нее упаковывать запчасти. Причем так нормально подложки. Я, наверное, ламинат буду ложить. Вот эту подложку оставлю. Тоже положу. Так, здесь у нас тач тоже абсолютно целый. Ни трещин, ни сколов, ничего я не вижу. Вот это я вижу в первый раз. Смотрите, шлейф тача заклеен под транспортировочной пленкой. То есть, чтобы проверить тач, мне сейчас надо будет снять пленку. Не знаю, как в Китае, но в наших магазинах, если снимаешь транспортировочную пленку, гарантия уже слетает сразу же. Ну, здесь хотя ни пломб, ничего нету, но шлейф заклеили в транспортировку. Сейчас я попробую отковырять. Господи, извиняюсь, что не на камеру, просто неудобно. Так вот отковырял и достать отсюда шлейф. То есть, ну, обратно приклеить уже нельзя будет транспортировочную пленку, чтобы она была, ну, как новая. Будет все с пузырями, видим, да? Ее хоть гладь, хоть не гладь, она все равно клеится в пузырь. Маленько освободим здесь шлейф, чтобы подключить можно было. Так, второй планшет. Второй планшет, кнопки, бля, ладно. Второй планшет Digma. City 1578 4G. В прошлом видео я говорил, что на Digma у нас беда с запчастями в Челябинске. Нету ничего. Приходится... Так, тесак из кадра уберем. Мало ли нас дети смотрят. Приходится заказывать запчасти Digma с Китая. Так, что у меня разваливается? Вот в таком виде у нас тач. Также тут им не пользовались. После того, как разбили, после разбития тач сразу же отказал. Слава богу, полярик у нас почти целый. Вот в одном месте, вот здесь вот, царапнули. Но это не страшно. Под стеклом будет не видно. Так, просунули шлейф в отверстие, которое было для него придумано. Так, интересно. Ага. Маленько у меня тут прилип тач. Поэтому шлейфик неровно садится. Так, шлейф
Защелкнули. И теперь надо его включить. Вот эта вот верхняя кнопка. Угу, включается. Пока включается второй, мы проверим первый. Проверка у нас примитивная. Пароля ничего нету. Тут видим, да, он полностью новый. Предустановлены какие-то программы были заводские. И все, ничего больше нет. Так. Это мне не нравится. Разблокируется он нормально, главное. А низ как будто бы не работает. Так, давайте попробуем его переподключить. Ну, слава богу. Короче, переподключил я тач. Я уже прям расстроился, но я пообещал ее, что будет готово. Тач переподключил, все, ожило, все заработало. Видимо, где-то контакт не дошел в коннекторе. Да, смотрим, у нас даже тут приложения были все закрыты. Это я уже там YouTube натыкал. И, в принципе, тач по всей поверхности у нас работает. Аллилуйя! Фух, можно выдохнуть. Это был первый планшет, давайте второй. Второй у нас Digma. Кстати, насчет All Stars можно у нас подобрать тачи в Челябинске. Но, блин, проблематично тоже искать. Надо подбирать. Они у нас маркируются отчаянно тап. И поэтому ссылки в описании на все эти тачи. Там еще доп. Ссылки будут. Смотрите, проходите. Заказывайте. На Digma, я думаю, не только у нас проблема. По России вообще с Digma у нас тут, да. Так, что мы имеем? Угу. Ну, по первости вроде работает. Так, интересно, есть звонилка, нет звонилки здесь? Я звонилку, честно говоря, не вижу. Телефон. О, вижу. Есть звонилка, давайте попробуем звонилки проверить. Угу. Вроде бы работает. Кстати, у этого Digma звук поприятнее, чем у того прошлого. Ну, это и посвежее модель. Тут уже 4G вроде как поддерживается. Ну что, тачи работают. Ссылочки на тачи в описании. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. По ссылке идут. Ремонты прут. Ну, блин, не могу все записывать. Такой поток, что требуют делать прямо сразу. Некоторые приходят, прям вклеите мне дисплей. Я говорю, как я могу вклеить вам дисплей и вам отдать телефон, если он должен сохнуть сутки? Нет, вклеите и отдайте мне. Вот как таким людям делать, я не знаю, устройство? Поэтому не получается записывать все. Записываю по возможности, чтоб, ну, по времени, что получается. Остальное все уходит мимо кадра. Очень много интересных аппаратов на разбор приходит, на чистки, на пайки, очень много всего, ну, блин, не получается. Ну, вам спасибо за просмотр. С вами был Руслан, канал «Китаец отличился». До новых встреч, пока-пока.